пошло. Так, всем снова привет, мы на третьей карте. The Cash, Map Decider, Virtus.pro против Team Solo Mid, мир друг другом. Ой, господи, Team Solo Mid, прошу прощения, Fnatic. Тут парни из трансляции немножко ошиблись, можно так это назвать. У многих уже погорело, о боже, там TSM, о боже. Ну, посмотрите, направо, посредине там написано Клинс, Пуша, Пронокс, Олафмейстер и GV. Все в порядке, все замечательно. Да, кстати, у меня то же самое. Да, сейчас да, уже они поменялись ошибка местами, но... этих операторов. Они же ставят, типа, настройки в... Team Solomid даже, вот смотри, и бот пишет. Team Solomid. Да, да, да. Ну, я думаю, что сейчас... матч 100-2 админ, да, сейчас, скорее всего, переименуют. Да, переименовали, но все-таки Ника Мильфо так прям совсем с левым ником во главе в шапке, с левым названием играть команде Fnatic. Ну и, кстати, кэш. Кэш, есть немножко статистики по кэшу. Значит, в первую очередь хочется сказать, что с апреля месяца эти команды сыграли друг с другом. Так, у тебя тоже происходит change на Dust? Да, 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 сейчас все будет окей, это The Cash. Значит, по поводу кэша, встречались они 3 раза, эти команды, и 2 из 3 раз выиграла командочка Fnatic. Секундочку, да. Значит, и про Virtus.pro. Хочется сказать, что кэш Virtus.pro играет, это их одна из любимых карт, опять же, входит в топ мапу, топ-4, топ-5 карт, которые они играют. Они отыграли 21 раз кэш и 13 раз этих выиграли. То есть почти половину, чуть даже больше половины выигрывают в среднем. Ну, получается, не в среднем, но вообще, то есть, да, винрейт у них такой. И это все с апреля месяца, я напомню. Поэтому, в общем-то... А, кстати, можно сказать по Фнатикам. Интересно, что у Фнатиков по кэшу. Мы сейчас посмотрим. И я вам скажу, что кэш... Сейчас там главная тема, что все шутят, что нам показали финал, типа, что Virtus.pro выйдет в финал к TSM. А, это ошибка по Фрейду. Супер шутка вообще года, народ, но, в принципе, да, возможно, что так оно и есть. Как вообще, по-твоему, вот каковы шансы на этой карте у одной вот и другой команды? Вот, не знаю, как на этой карте, но вообще, в целом, в матче, я думаю, что... Ну, понятно, что уже теперь у нас уже один на этой карте, один. Да. Да, но уже на этой карте. Ну, просто, знаешь, Virtus.pro так хорошо отыграли трейн, что очень хочется верить, что они действительно сейчас Фнатиком навяжут борьбу. И, ну, я просто, у меня, как бы, личные предпочтения. Я болею за Virtus.pro, потому что, ну, поляки, потому что олдскул, и вообще они мне нравятся, нравится стиль их игры. И у нас уже пошел экшен. А, это ножи. Нет, это пистолет. Нет, это пистолет. Бьяль тем временем отрабатывает JV. Олафмейстер принимает таз. Крим тем временем расправляется с Пашей. И Снэкс идет пушить Кримса на генераторе. И Пронокс там же. Но у таза Снэкса, прошу прощения, закончились патроны. И Нео вместе с Снэксом остается вдвоем против одного Флуши. Флуш убивает Нео. И Снэкс должен здесь либо ставить бомбу, либо принимать решение попробовать выбить Флушу, но есть целая минута у Снэкс для того, чтобы поставить бомбу, или Флуша будет играть от времени. Скорее всего, так оно и будет. Ну, и Снэкс кстати, здесь... еще я закончу статистику, пока они тут сейчас танцуют. А, ты помнишь, мы смотрели игру, там, где Virtus.pro просто 15-0 унизили Envious за атаку на карте кэш. Да, помнишь? Да, мы с тобой помним эту карту буквально вчера, когда она была. 15-0, просто да. Унизили Envious на этой карте за атаку. И берут пистолет на Virtus.pro. Если брать то, что Envious'ов потом унизили Титана, и вот я-то спал, вы это наблюдали, то значит, что Envious'ом сегодня, точнее, на этом чемпионате явно ничего не светило. Ну и Virtus.pro там с легкостью их обошли, да, на защите они, по-моему, да, играли, а потом на атаке только 7 раундов отдали, но не суть важно, в любом случае обыграли, но вот тем временем встречается с Флушем, Флуша отыграл его по полную, Флуш, правда, остался 1 хп, но с такой дальней дистанции с ЦЗ, это, конечно, нереально. Его пёртость, а? Нереально, он просто такого нереального сдал с ЦЗшки на такой дистанции, действительно, он ушатал пацана с тяжелым армором, и еще и остался жив. Valve fix this please, что называется, потому что, ну реально, когда ЦЗ очень, точнее, когда оружие очень-очень сильно в любых дистанциях, означает то, что оно должно стоить дорого, ЦЗ не стоит тех денег, и скорострельность у него просто сумасшедшая, убойность и тому подобное. Тут тем временем JV идет в вентиляцию, подсадили, убивает он таза, и таким образом вторая ЦЗшка спасает Фнатиков от неминуемого поражения, потому что сейчас они
оказываются в большинстве. Биали, Паша и Снэкс. Снэкс выходит на девятку. Это было полнейшей неожиданностью для JV. То же самое касается Кримса. Тем временем еще и Олафа снимают с Б. И таким образом Флуш вместе с Пронаксом могут еще и проиграть. Флуш получает еще и молотов, сжигается. И Пронакс остается один против трех игроков атаки. И если в самом начале мы видели минус 2 у Virtus.pro, Фнатики были в пятером против троих, но так разрулили ситуацию сейчас Снэкс и компания, что тут, конечно, не остается никаких вопросов о том, что Virtus.pro подготовились к декэшу очень и очень серьезно к этому чемпионату. Перевернули, на самом деле были огромные проблемы, они были 3 в 5, Virtus.pro на чуть не отдали эко-раунд, хотя там был и форс-бай, и все началось плохо, просто потеряли человека в медле, но опыт и грамотное мышление позволило распетлять эту ситуацию, и Virtus.pro берут второй раунд. Ты вот, когда говорили мы перед этим про Envias, я говорю, акцентировал на том, что 15 они взяли в атаке, Virtus.pro выиграли. Нет, они в защите играли, Virtus.pro. Нет. Да, они выиграли в атаке. Мне кажется, что как раз провальные у них начались раунды именно в атаке. Ну ладно, я, возможно, не прав, возможно, меня... Давай я просто сейчас посмотрю. Да, давай, посмотришь, так будет проще. JV тем временем в вентруме получает себе пару-тройку пуль, какой же отнёс, причем с фармгана, совершенно неадекватный каким-то временем на генераторах, но тоже не справляется с своими оппонентами, без всяких проблем. Virtus.pro захватывает B-плент, потому что там всего находилось два игрока в Fnatic. Вполне возможно, что им стоило, наверное, сделать какую-то засаду, попытаться делать так же, как и Envisы, которые регулярно играли там в пятером на одном пленте. А тем временем Фуш получает пулю от BI, Бьяли оформляет трипл килл в этом раунде. Ну и вот теперь мы уже увидим совершенно другую борьбу в первом девайсном раунде. Ну что, ты посмотрел там? Да, я сейчас как раз вот открыл матч и пытаюсь понять, как тут происходили действия. Ну и первый байраунд, да, у Фнатиков у нас сейчас 5 кольтов против 5 КМов. И агрессивный, по-моему, какая-то задумка у Virtus.pro. 3 человека перед Б. Хотя человека в медле, да, это пуш, это какой-то пуш, очень быстрый какой-то раунд, уже вот практически, да, уже вышли на Б, а здесь уже... Олафмейстер идет в вентиляцию, тут везде смахай, он получает совершенно рандомную пулю от Снекса, Кримс тем временем с девятки свалился, убил Таза в спину, Снекса тоже принял, и таким образом Нео вместе с Биали пошли со втроем. Пока что позиционно ничего не получили из этого выхода, и решили немножко обождать. Кримс тем временем с 12 хп прячется за ящиком. Он успел использовать и самый смока для того, чтобы еще и вернуться в позицию. Тем временем Пашу и Нео разработал Пронакса и Пуфлуша. И теперь Бьяли минусует Кримса, но все еще его окружили. Позиция его известна, хотя сейчас он еще и справляется с Флушей. И самый молодой боец Virtus.pro все еще жив и все еще с бомбой. И может заработать своей команде как минимум постановку бомбы. И есть шанс, то, что он еще и защитит, потому что Пронакс JV все еще думает, что их оппонент пойдет на Б-плент, но как же они ошибаются? Пронакс уже начинает подозревать. И все-таки не отправляется на плент. Не хотят они сплитоваться, хотя это обычно единственное решение, которое принимают профессиональные команды. Ну, смотри, они остаются сейчас вдвоем, и они пойдут просто вдвоем выбивать. Ничего плохого, в принципе, не произошло. Так вот, 15-0 выиграли за атаку Virtus.pro. Угу. Ну все, тогда... То есть атака у нас просто фундаментально очень крепкая. Биали нужно... Нужно, но нет. Вот Фнатики, видишь, они, несмотря на то, что они отдали плент А, они сыграли вдвоем. И это главное преимущество в этой ситуации. Потому что вот как раз разделяться не очень грамотно. Потому как если, например, рискнет тот же Биали, да, сыграть нестандартно, придет на, скажем, поставить бомбу и запушит какую-то часть, да, и окажется в перестрелке один на один сильнее, чем свой его оппонент, то, соответственно, он останется уже потом против второго игрока, опять же, один на один, да, то есть и получается, что эти два, которые были вместе, они изолировали друг друга, друг от друга изолировали сами себя, грубо говоря, и свели все к перестрелке один на один. А так они остались вдвоем, пошли, сыграли грамотно, подпушили, выпушили и запушили. В это время у нас Virtus.pro занимает мидл активно. Да, агрессивно здесь пуста, тем временем Снакс убивает Кримса, который находился в вентиляции. И это единственный игрок, который присутствовал на мидле, все остальные именно на плентах разбрелись. И если сейчас Virtus.pro пойдут на Б-плент, то они выиграют джекпот, потому что там только один Олафмейстер. Конечно, Олаф может сделать очень много для своей команды, но все-таки у Фнатиков намного больше шансов, если Virtus.pro пойдут на А-плент. Мы видим, что Пронакс сидит пока что на балконе, смещается постепенно к погрузчику. Тем временем за красным JV вместе с Пронаксом пытаются
пытаются здесь замутить какие-то лютые мутки с бустов и найти какой-то open фраг, но Нео попадает, JV. Не очень понятно, как он по нему попал, оставив 20 хп, если не в ногу, но получается как-то прострелил все-таки. Хотя там только голова была видна, тем временем Нео еще минусует Пронаксов, уж остается один горящий перед красным. И это, конечно, поражение, скорее всего. Тас не чекает, флушу, и таким образом он расправляется все-таки с своим оппонентом. Бьяли еще падает под погрузчиком. Тем временем Олаф врывается в центр, убивает Нео, и Снекс остается один. Я хочу репит, пожалуйста, всего этого. Флуш тем временем с 18 хп все-таки. Снекс отстреливает молот, это последнее, что у него было из раскидок. И теперь он либо пан, либо пропал, потому что прекрасно знает, где Флуша, где бомба, контролирует ее, но Снекс оказался сильнее и хладнокровнее в этом противостоянии, и таким образом забирает три фрага. На самом деле очень качественную, очень классную игру Бьяли и Снекс показывают в этой карте. 9-7. Пока что капитан команды ТАСС не может показать такого же фрагстата, имея всего 0 фрагов за 6 раундов. Точнее, за 5. Очень вообще вот этот вот клатч невероятный. Перевернули фначики 2 в 4, по-моему, было, или даже 2 в 5. Они перевернули к ситуации 1 на 1, и мог на самом деле Флюша, была очень хорошая позиция. Не знал Снекс, где Флюша, то есть он только понимал, что в районе плента она, а где точно, он его расположение не знал. И фнатики могли, конечно, закомбэчить. И сейчас мы такое решение. Прочитали все-таки. Прошу прощения, продолжай. Фнатики закупились, и Паша сделал первый минус в офмейсе. Ну, в танчике, да, форсбай пошли, причем потеряли единственный девайс, который у них был на руках. Это был шатган. Пронах тем временем падает тоже на медле. И единственное, кто будет дефать здесь, а плент, это Флуша. Два игрока на Б, и они уже Флуш не помогут, потому что тот отдал свою жизнь королю польских медведей. Это господин Нео. И таким образом ставится бомба на пленте. И теперь уже JV и Кримс, наверное, будут пытаться сейвить свои вторые арморы, точнее, первый и второй армор. ЦЗшка и П250, конечно, значения такого большого не имеют, но все-таки тупо отдаваться не имеет никакого смысла, поэтому они попробуют сделать какой-то минус 1 или, возможно, минус 2, выбить девайсы, но особо агрессивно делать они это не собираются. Шатают Virtus.pro по всем парам, по всем статьям, просто шатают фнатиков, не дают им зацепиться, не дают им шансов. Казалось бы, только фнатик взяли девайсный раунд, тут же в ответ сразу же берут раунд Virtus.pro и опять вынуждены вот сейчас вот этот вот эко форсбай. Но у нас еще, кстати, есть секретная тема для фнатиков, которые берут тайм-аут и потом звонят в Valve, подключают какие-то программы, какие-то конфиги и начинают просто нереально тащить. Есть у нас такая история, мы уже такое видели, поэтому, в общем-то, пока еще игра не закончена, и Virtus.pro нужно, для того, чтобы этого не было, нужно просто взять и развалить в хлам своих соперников, набрав как можно больше раундов в атаке. Да, потом уже их черед будет защищаться, посмотрим, как они будут это делать. Тем временем я вижу, что в чатике уже начинает постепенно подгорать у тех, кто поставил на Fnatic. И, в принципе, совершенно логично. Вы ставите на машины, просто на машины убийцы, на терминаторов, которые доминируют на CS-сцене. Но даже с такими игроками всякое может случиться. Но пока что тут еще все рано говорить. Самые важные раунды будут в самом конце. Сейчас пошли бицепс, пушат мидл. Там тем временем Пронакс и склоу дистанцию мог бы что-то сделать с USP, но не получилось. Уж тем временем тоже получил там немного от спрея. У него осталось 31 хп, он уходит к машине. Ну и на машину тоже уже там пару-тройку стволов совсем скоро будет направлено, поэтому с ним разберутся, скорее всего, без проблем. Но он пытается аимить, и неплохо, кстати, пытается. Проблема лишь в том, что не попадает, но действия были более чем правильные, разумные. Джей, тем временем, вместе с своими тиммейтами пытались уничтожить Снекса. Тот разменялся сразу же, и Олафмейстер вместе с Джей вдвоем, но позиция ужаснейшая совершенно, отвратительная. Джей стоило бы засейвить здесь второй армор вместе с АК-47, но ему не дали. Тас его выбивает, и Олафмейстер остается один с USP, и, наверное, стоит уже куда-то пойти и где-то умереть. Да, действительно, насчет людей, которые ставили на Фнатика, ты можешь посмотреть на... Где ты смотришь? Я просто не знаю, сайт там... Вернее, я просто не занимаюсь подобными вещами, это не какими? Про меня. Ты просто сейчас намекаешь на какие-то на грязные штуки? Нет, и грязные, на грязные ставки. На ставки там CSGO Lounge, я не знаю, там просто я... А, сколько стоит? 31 против 69. Какой там коэффициент? Сколько? 31 против 69. Я понял. Ну, в общем-то, я рад, на самом деле, за Virtus.pro, потому что действительно по игре они очень круто выглядят, и сейчас не совсем даже ясно, за счет чего фнатики будут ломать это все дело. И вот сейчас смотри, как играет Virtus.pro. Они впятером пойдут просто на точку Б. Такой у нас простой раунд, и вот...
Смотри, раскидка, и смотрим заход. Олафмейстер сразу дает люлей тут пацанам и... Экс вслепую проходит, Олафмейстер пытается утащить свой за генератор, но у него это не получается. Флуш тем временем выходит на девятку вместе со своими тиммейтами. Живи будет работать из мейна, Нео тем временем убил Кримза, и Нео вместе со Снексом вдвоем. Флуша заходит на плент, получает свою часть свинца от Снекса, тот попадает к нему в голову, и как Флуша в голову, я имею в виду Пронекс, вместе с Живи теперь уже 2 на 2. Хотя буквально совсем недавно... несколько секунд назад у них было преимущество по человеческой силе, и теперь еще и бомба поставлена, так что часики тикают за Virtus.pro. JV чекает у нас Винтрум, но не тут-то было. Нео со Снаксом стоят оба на пленте в одинаковых позициях. Пронекс девятки не справился, а вот JV, сможет ли он? У него 3 хп против 50 у Нео. Нео шкерится до самого конца и обыгрывает своего оппонента. Фнатики просто не знают, как здесь защищаться и против чего здесь защищаться. И, честно говоря, у меня такие ощущение, то, что они максимум возьмут пару раундов в защите, а потом уже на атаке наверняка будут показывать что-то очень-очень крутое, потому что как эти парни умеют собираться и как эти парни умеют показывать подруб, они умеют, да, это и очень стабильно. Действительно, есть волшебная пауза, у нас сейчас эко-раунд у фнатиков, и они сейчас, на самом деле, нужно подумать вообще, в принципе, как законтрить игру Virtus.pro, но... По большому-то счету, в общем-то, тактика тактикой, но все сводится вот к клатчам. Обрати внимание, что разыгрывается 1 в 1, 2 в 2, вот все очень в микромоментах решается. Делается уже 2 минуса Virtus.pro, эко-раунд достаточно легко убивает противники, своих противников, поляки, остается у нас последний Кримс и 8-й раунд для Virtus.pro. Ну и вот, наверное, все-таки время брать тайм-аут сейчас, либо вот в следующем раунде подумать реально вот... Ну, просто согласись, что для того, чтобы камбэчить, нужно взять хотя бы 4 раунда, да? Хотя бы. 3-4, но это минимум. А сейчас все очень плохо. 8-1 и пока без вариантов. Кстати, вот, может быть, пилюля, 2 АВП. Да, тяжелая артиллерия от Олафмейстера и JV. Посмотрим, смогут ли они что-то с этим вопросом показать. JV направляется на А-плент, другой АВП на Б-плент. Олафмейстер играет агрессивно, будет выжидать, получает флешку, укрывается за дропрупом. Винтрумом. И через Мака выходит Virtus.pro. Олафмейстер успевает, правда, занять позицию в генераторе. В предыдущий раз его очень быстро запушили, он не успел там уйти и укрыться. Но его обходят с другой стороны и Гавину получает у нас Некс. Кримс тем временем убивает Пашу в ответ, и у нас ретейк, судя по всему, да, заперли Virtus.pro сейчас на планту. Правда, Снекс отрабатывает неплохо голову Флюши, и Бьяли ставит бомбу. И теперь надо дефать до конца, до последней крови. JV пытается сработать через девятку с АВП, тем временем Кримс разменивает Снекса, и Бьялис с JV остаются вдвоем здесь танцевать на планте, но JV не хочет вытаскивать пистолет из санины. У него был P2000. Ну вот и в итоге он промазал 3 раза, и привело это к тому, что отдали очередной раунд Снатик. Он опять попал по Бьяли, по-моему, да? Возможно, не знаю, я не заметил этого. Но опять же, вот да, это вот такая ситуация в микромоменте решилась. Да, один в один проиграли перестрелку. Ну, в целом, просто видно, что Virtus.pro ведет игру, а они ее контролируют. И Фнатики, ну, ничего не могут сделать. Они уже взяли 2 АВП. Сейчас у них 2 мага, ну, потому что нет денег по массе, но надо ломать, надо как-то действовать. И, судя по всему, кстати, сейчас вот как раз Фнатики сыграли агрессивно. Смотри, они заняли мидл. И... Так, JV, точнее, Фуша играет от колл дистанции, получает выстрел от Нео, попытался вроде как сначала зашел близко, потом попробовал убраться оттуда по добру, по здорову, чтобы ничего не получить, но, как оказалось, он просто был совершенно бесполезен в этом раунде. Но вот я видел то, что у вас дропнулся стрим, я прошу прощения, у меня никаких дропов реально нету, показывает вообще все идеальную картинку, идеальные FPS, и, в общем, никаких вообще просадок нету, судя по всему, проблемы либо с сервером, проблемы либо с моим коннектом с сервером. Проблемы сейчас у Фнатика, не это у тебя. Да, возможно. Это факт, и... Опять потеряли человека, пятером сидят, никуда не спешат Virtus.pro, делают вычисления, ищут, собирают инфу, не совсем понятно, куда пойдет бомба, бомба лежит возле медла, ну и судя по тому, что основные силы Virtus.pro находятся со стороны А, это будет именно выход А, Пронекс делает минус таз, тут же отвечает Бьяли, пошел выход, Снакс хедшот Джейвишке, там приходит с респа Кримсон,
Хелпает с Лофмейстером, остаются два, они вдвоем остаются, против троих будут работать, ну и как тут вот сложится, не совсем ясно, нужна хоть какая-то чуть-чуть удачи. Некс там от буста, посмотри, высовывается с Биали и будет стрелять по Лофмейстеру, удается у него обезвредить Олафа, и Кримс падает последним. На самом деле, я просто к чему вел, к тому, что люди не увидели той самой перестрелки от GV против Снекса, и GV, ситуация примерно была такая, что у GV был вариант, в принципе, поднять где-нибудь темку, валяющуюся вокруг, или какой-нибудь АК-47, но он даже не доставал пистолет из своих штанин, у него было P-2000, и он стрелял три раза из АВП, попал, по-моему, в ногу или куда-то, в общем, через там стену в Снаксу, и таким образом не убил его, у Снакса осталось 3 хп, и тот его обезвредил, так что... Чтобы все знали, что вообще происходило. Тем временем, опаснейшая ситуация, на самом деле, Олафмейстер зашел в спину своему оппоненту, все это вместе с Кримсом, так что, а Virtus.pro все на миде, никто не кроет спину, Олаф все еще даже не стреляет, на шифте вышел, ждет, когда же оппоненты его просто подойдут под спрей, и спреет, но его вместе с Пашей, оба падают, Снекс тем временем выходит разменивать Олафа сразу же, Флуш тем временем аннилирует Паза, и, боже мой, Снекс вместе с Тазом остается вдвоем. Я прошу прощения, я просто потерял дар речи, он залепил, он такое поставил там второму пацану, но это нереально. Вернее, не второму, а первому, которого он убил в медле, но и просто везет. Даже вот знаешь, когда просто прет парней, у них и тактика получается, и стрельба крутая, и Пронокс остается один против двоих, и ждут вот сейчас Virtus.pro, им нужно вдвоем пройти, поставить бомбу, ну нельзя ж так без с гранатой в руке, но ТАСС сыграл на размене, и опять удача на стороне Virtus.pro, 11-1, и это провал для Fnatic абсолютно, они ничего не могут сделать с Virtus.pro, ничего, они даже не берут тайм-аут, они, по-моему, просто смирились. Ну, опять же, не будем хоронить Fnatic, Fnatic мастера камбэка, Fnatic в принципе мастера игры, и у них есть атака, а атака, как мы знаем, в принципе, это такая тема, когда команда играет пластично, и она может себе позволить все, делать все, что угодно, и как-то... Слово это называется, ну, креативить, что ли, в атаке, возможность всегда присутствует. Флюша делает минус Биали, тут же ему помогает GV, подхватывает, делает минус Паша на Б. Тут основные силы у Virtus.pro сконцентрировались со стороны Б, в это время Нио делает минус Пронокс, еще знает, что есть в вентиляторе. В вентиле один чел, GV в это время минус Нео, остается один ТАСС против троих, бомба у него, но тут есть время только над тем, чтобы... попробовать собрать информацию, где находятся соперники, и по одному их перестрелять. Ну, на самом деле, такой раунд показывал нам Кио еще на Кёльне, и он там оформлял как раз-таки выход на Б-плент против четверых, по-моему, он там тоже справился, ТАСС тем временем минус делает фейк-плент, но Олафмейстера прикончил при помощи ювелирнейшей хаешки. Если бы не хватило, я думаю, что ему бы закинули еще одно у GV. Была возможность. Ну и это второй раунд для Fnatic на первой половине, и вполне возможно, что, ну, максимум, что они смогут сделать, это 4-11. У народа начинает, я вижу, реально прям подгорать, как так, как же оно получается. Ну, давайте подумаем о том, как Virtus.pro играли на атаке против Envious, и что они на защите играли слабее. А второе, что они только что взяли трейн, то есть их моральная составляющая сейчас сильнее, и они понимают, что они могут играть так, как им хочется. Олафмейстер выходит через флешку, агрессирует на Б, не попадает ни по кому и сразу же убегает обратно. Сыграл очень аккуратно и не реализовал свои возможности, но зато и не потерял собственную голову, не оставил свою команду в меньшинстве. Зато в меньшинстве и оставил ТАСС тем временем. Пронокс пропушил ангар, стоит в нем, и если что, если никто не прочекает, возможно, даже сможет принять. Но единственная проблема в том, что ему никто не саппортит вообще и на размен не выйдут. А Virtus.pro думают о жизни, о том, что у них осталась всего одна минута для того, чтобы куда-то выйти. Частенько они играют через мидл, частенько через вентруму. Вопрос только в том, смогут ли они справиться в этот раз с заходом на Б. Обычно неплохо у них получается его брать, а вот по вопросу удержания есть проблемы в предыдущем раунде, точнее, были. Пронокс заходит в спину своим товарищам, сейчас прочекает буст. А в бусту никого не увидел, это был ужаснейший тайминг сейчас, на самом деле, был шанс Снакса увидеть, но его все равно аннигилировали, Нео остался с Биали вдвоем, вот так вот, one by one, постепенно Virtus.pro расклеились, и Fnatic показывают мастерство личного скилла, без всякой тактики, и Virtus.pro умирают один за ним.
Да, действительно, третий раунд сейчас возьмут Фнатики в свой актив. И, в общем-то, наверное, 3 тот минимум, от которого можно камбэчить. Там можно взять пистолеты, плюс 3, будет уже 6, а того и глядишь, еще что-то порешает. Ну вот сейчас, кстати, у Нео, кроме того, что засейвить, задача еще и попробовать по максимуму отстрелить оппонентов. А, кстати, посмотри на деньги в Virtus.pro, интересно. У них не будет денег. У них, то есть, деньги будут, но очень, очень так погранично. И сейвит, да, сейвит таки Нео на последний раунд АВП. И бай такой себе, не очень хороший для Virtus.pro, и есть возможность Фнатиком зацепиться еще за один раунд. Да, именно так оно и есть, и сейчас Найт будет играть с Такнайном Desert Eagle у Таза и Паши Бицепса. Пьяли закупать себе Акатор 7, и это не особо хорошие раскидки, можно так это назвать, не в таких объемах, которых хотелось бы. GV кроет у нас мидл, дает информацию о том, что Снэкс рядом с вентиляцией, откидывает флешку, отходит на аплэнд, и это сплит A, судя по всему, нет, это фуловый A, Прона с дистанции, с угла его никто не чекает, он делает минус 2, неужели он сможет сделать минус 3, нет, GV его спасает, по сути, и Тас остается один, но бомб-то они поставили, но это не важно с экономической точки зрения, потому что это последний раунд первой половины игры, и я вообще не представляю, насколько же топорно сыграли Virtus.pro. Они владели мидлом, по сути, его никто уже не дефал. Парни стянулись в глубину апланта, и сейчас Virtus.pro могли бы сыграть в хотя бы там 3-2 или 2-3, неважно, и попробовать не вот так в тупую выходить из ангара и получать пули от Pronox, которого они не зачекали. Там еще нужно отметить действия игроков Fnatic, они очень довольно-таки быстро поджали Б. И вот когда уже заходили Fnatic, вернее Virtus.pro на А, там один человек у них задержался последний, и вот его уже убили в спину, уже люди, которые, игроки Fnatic, которые уже поджали спину. То есть, в общем-то, там сыграли, видимо, так немножко на фарт. Парни, которые держали Б, увидели, что там нет никакого экшена в начале раунда, и решили поджать, и, в общем-то, ну, не знаю, нельзя сказать, что это прям ключевой момент в этом раунде. Тут больше вопросов к Virtus.pro сейчас за дефенс. Вот, и, возможно, Фнатики могут взять пистолетный и навязать свою игру, а за атаку, опять же, можно играть медленно, можно играть быстро, можно комбинировать, можно делать одно, можно делать другое. И судя по тому, как играют Virtus.pro в атаке, я думаю, что Фнатик могут показывать нечто подобное. Но тут, кстати, еще такая тема, кэш все-таки... Карта сбалансированная в плане того, что здесь могут тащить как дефенс, так и атака. То есть она мне в этом плане напоминает Dust 2. Ну вот, она вообще похожа на Dust 2 по всей логике действий. Да, вот вопрос, смогут ли они за дефенс Virtus.pro, смогут ли подстроиться под Fnatic. Потому что сейчас Fnatic'ов понимают цену вот этого вот пистолетного раунда и важность того, насколько его нужно... Насколько его важно взять, они сейчас это понимают. Ну и вот они пушат А, по-моему, да. На Virtus.pro пошли, смотря агрессивно, занимают позиции на бэкпланете, а тем временем оставляют Бьяли одного на А, именно туда. Основной вектор атаки Фнатики избирают. И Бьяли, отличнейший выстрел с USP на скрипучку. Он уничтожает Пронокса, Олаф его пушит. И Бьяли справляется с одним, с другим, с четвертым. Господи, почему не эйс? Снэкс, плохой ты мальчик, не отдал. Не отдал Бьяли сделать эйс. Вот это хайлайт, дамы и господа. Сейвите, качайте дымки. Не, ну тут демку не надо, конкретно была... Это Бьяли, my friend. Да, просто тут это Бьяли, и вот можно долго говорить, а потом просто посмотреть за Бьяли в пистолетном, и все, становится ясно, что говорить больше можно не говорить. Парень просто процедуру реально отдал Фнатикам сейчас, и в принципе команда без девайсов выходит, форсбай, Паша минусует, раз петуха, два с петуха, Плуша обошел дропрум, точнее винтрум, но тут тоже его ждала смерть. Смерть от рук Паши Бицепса, который оформил трипл килл, насколько я понял, в этом раунде. И Virtus.pro вперед к победе 13-4. Да. И без тайм-аута Фнатики. Да, вообще не хотят они творить. Наверное, очень жарко и устали просто. А может быть, просто кто-то хочет кушать, на самом деле. Тоже такое бывает. И, значит, не поел там, и в желудке урчит, и он думает, ну когда это все закончится? Я хочу похавать риса или плова. Плов с бараниной. Знаешь, на самом деле, с одной стороны, вот мы скажем то, что это, ну, сенсация, что Фнатики не дошли до финала, как минимум,
Но с другой стороны, я думаю, что это все равно остается у нас команда номер один, королевская совершенно. Вот если они начнут стабильно так проигрывать тем же самым Virtus.am или TSM, то тогда уже будет вопрос о том, кто они такие. А сейчас я думаю, что, ну, поговорят, да, Virtus.pro, сенсация, все дела, Best of 3. Вот если бы Best of 5 бы Virtus.pro встретилась с Фнатиками, то Фнатики бы точно бы их отделали и все дела. Вы можете успокаивать себя как угодно. Я, честно говоря, думаю, что реально очень-очень много народу поставило за Фнатиков своих рарочек, но в том числе очень много людей, которые чистым сердцем болеют за Virtus.pro, которые обожают Пашу за его харизму и за его игру, конечно же, и всю команду за его игру. И именно эти люди явно заслужили себе праздника и подарка в эту пятницу. Вечер таским временем принимает у нас Уолфмейстера за погрузчиком, играет еще и Пронокса, JV, неужели они не смогут его зажать? Все-таки зажимает таз, добивает его, и у нас Флуша остается один против двоих игроков польской защиты, и Мишки сейчас будут просто-напросто халдить бомбу, а Флушу должен сюда подойти и попробовать обезвредить своих противников. У него получилось с одним, но Бьяли просто снайперским выстрелом из своем четвертой уничтожает Флушу и отправляет его в ад. Бьяли просто жжет, посмотри, Бьяли со Снаксом налупили 55 фрагов на двоих, а 45 фрагов на двоих. Ну вообще просто, то есть парни разваливают, и помнишь, на трейне включался и Таз, и Паша, а теперь пришло время Бьяли и Снакс. И ну Virtus.pro, что, просто посмотрите просто на счет. Да, мощно, очень мощно. И если Virtus.pro были совершенно беззубыми на первой карте, ощущались не так, как Фнатики, то теперь Фнатики как-то не очень работают над собой и не учатся на ошибках. Хотя, честно говоря, мне кажется, они просто реально уже забили. 5 галилов, ну тут уж все понятно, 4-15 такое не вытаскивается, но... Но это не те Фнатики, которых мы видели на SL One Köln. Там они по-настоящему парились. Причем у JV была температура, и мы видели, что у него не получалось вообще стрелять ни секунды. Но команда смогла собраться, смогла вытащить то, что не вытаскивал JV за его команду. Но сейчас на этой карте мы видим, что у JV 12 фрагов. Вроде он нормально более-менее отстреливался, но этого недостаточно. Уж вместе с Кримсом остается вдвоем против трех игроков польской команды. И они тащат бомбу на апленд. Принимать все это дело у нас будет Снекс вместе со своими тиммейтами, которые постепенно подвигаются к апленту, и 30 секунд. Ну, к слову о чемпионате, здесь, кстати, призовой такой самый, как и был в Кёльне, только разница лишь в отсутствии стикеров. И поздравляем команду Virtus.pro, она выходит в финал, будет завтра играть с командочкой TSM. Ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. И просто я думаю так, что проиграв трейн, Fnatic подумали о том, что ну вот у нас есть кэш, мы можем еще попробовать закомбэчить. На кэше просто не пошло, потому что действительно Virtus.pro показали очень сильную игру в атаке. А когда ты за защиту, и тебя шатает атака, и ты ничего не можешь сделать, ничего предложить, очень сложно подстроиться. ГГ, ВП, что ни на есть, заслужили финал. Очень красивая игра, очень... Ну все просто, все на уровне. Команда Fnatic, к сожалению, покидает турнир, и завтра у нас будет финал TSM против Fnatic. О, против Virtus.pro, прошу прощения. Я надеюсь, то, что Fnatic найдут какой-то ответ причинам к всему и научатся от этого поражения к чему-то интересному, и смогут это все переболеть. А вообще, замечательная игра от ВП. Я очень доволен тем, что мы... единственный вообще, наверное, матч, который сегодня... предполагал какую-то интригу. Эта интрига все-таки была реализована от польских мишек. Они показали замечательную игру на двух последних картах. Ну а всем любителям Fnatic, опять же, я не сомневаюсь, что ваша команда еще будет показывать очень и очень много, так же, как и Virtus.pro. Так что до совсем скорых встреч. Завтра приходите к нам на TSM против Virtus.pro в рамках Best of 5 серии в 18:00 по CEST. Будет лютая заруба. Так что...